Привет, друзья! Давно у нас не было в обзорах таких красивых мест. Даже не то, что давно, по-моему, вообще таких мест не было. Ну да ладно. Сегодня у нас обзор классной колонки. Действительно топовой. Это Harman Kardon Onyx Studio 6. И эта акустика подойдет тем, кто ценит в таких вещах не только качество звука, но и, в общем, дизайн и премиальность бренда. Давайте посмотрим на эту штуку поближе. Поставляется Onyx Studio 6 с почти ноутбуковским блоком питания для зарядки и документацией. Пора бы уже таким производителям, как Harman, что-то думать с зарядкой от USB, а то как-то несерьезно. Дизайн. Это, в принципе, именно то, из-за чего всегда покупали Onyx'ы. Уж больно стиляжно они выглядят. Уж очень круто смотрится в современных интерьерах. Если вы думаете, что дизайн как-то изменился с пятого поколения, то я вас разочарую. Производитель практически не менял внешний вид с первого по четвертое поколение. Значит, с пятого по девятое будет приблизительно то же самое. Ну а чего, продажи идут, народу нравится, дизайн актуальный и лаконичный. По материалам у нас ткань и металл. Благородно и красиво. 3-килограммовую сумку за счет ручки переносить удобно, но сама концепция колонки, понятное дело, рассчитана не на такую природу, а для квартир. За управление отвечают базовые кнопки, а на задней стороне за заглушкой, которая появилась в шестом поколении, спрятался архаичный microUSB для сервисного обслуживания, 3,5 мм и гнездо для зарядки. Главным и единственным отличием от Onyx Studio 5 является влагозащита по стандарту IPX7. Полезно при движухе у бассейна или на природе, когда идет небольшой дождик, а музыку выключать нельзя. Но больше умиляет, как производитель позиционирует эту фишку. Используйте дома в любом месте, например, у раковины на кухне, абсолютно без проблем. Мне кажется, что у ребят из Harman огромная проблема с рекламщиками. Так скупо описать важную фичу – это нонсенс. Что по поводу звука в этой прекрасной сумочке? Кстати, реально удобно носить, я с ней на природу до обзора не выезжал, удобненько. Так, звук, он здесь шикарен. Несмотря на то, что эта штука стоит практически столько же, как моя машина, звук здесь достоин похвалы. Не похвалы, а похвалы. Если вы рассматриваете конкурента в лице Marshall, в лице JBL или даже там мои хваленые Anker, да, они дешевле, то вот именно здесь вы ощутите то количество деталей, которые можете расслышать только в хороших наушниках. И вот эта маленькая штучка впечатляет своей громкостью и своей, ух ты, и своей детализацией. То есть, когда вы что-то включаете крутое, типа DR Straits, здесь очень-очень много появляется деталей. Вы слышите прям все нюансики, гитару, бас-гитару, где-то там сцену даже, несмотря на то, что как бы один источник, да, отсюда звук идет. Если вы ее поставите в правильное место у себя в комнате, то во всей квартире будет чуть ли какой-то не 5,1. И это... Вот именно вот это пространственное звучание и стоит таких денег. Автономность здесь на минималках. На самых минимальных минималках. Но ладно, играет она всего 8 часов. Так она еще и 5 часов от сети заряжается. Harman Kardon. Жду в Onyx Studio 7 автономность как у Marshall. Договорились? Ну что, давайте подытожим. Harman Kardon Onyx Studio 6. Это потрясная колоночка, которая... понравится тем, кто ценит максимальное количество деталей при минимальных размерах. Вот именно так можно характеризовать эту колонку. В остальном, да, по характеристикам вроде бы все обычно, вроде бы есть и много конкурентов, но когда вы слышите, как вот эта штучка играет, и так, как она смотрится у вас дома или на природе, или будь где, то есть она и удобная, и практичная, то сразу хочется сказать shut up and take my money. Вот именно это я бы с удовольствием и советовал сделать тем, кто собирается приобретать новую колоночку в подобном форм-факторе. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте о пальцах вверх, подписке на канал. Ведь не зря мы выезжаем в такие красивые места и снимаем здесь обзоры. И вот я оставляю здесь колонку. Кто знает это место, приходите и забирайте. Она ваша. Ну, а если вы сюда пришли, ее здесь уже нет, то добро пожаловать в наши магазины. Пока!